День открытых дверей в МПГУ – настоящий праздник не только для гостей вуза, но и для сотрудников университета. Десятки школьников пришли в гости к студентам, чтобы определиться с выбором профессии. Ведь на базе этого учебного заведения можно получить не только высшее, но и среднее профессиональное образование. Эти мероприятия направлены на выпускников, 9-х и 11-х классов. Потому что именно эти ребята начинают думать о своей профессиональной карьере, о своем профессиональном будущем. Именно выпускники 9-11 классов сегодня думают, кем я буду дальше. Поэтому сегодня они здесь, поэтому сегодня они в нашем филиале, и поэтому сегодня мы с ними обсуждаем, что мы можем предложить, чтобы они профессионально состоялись и что бы они хотели. А спектр специальностей весьма широк. Информационные системы, гостиничный сервис, коммерция, педагогика, дизайн – это лишь малая часть того, что можно выбрать в качестве будущей профессии. Обучение очное, а на старших курсах уже возможно свободное посещение занятий. Студенты могут совмещать обучение с работой. Что касается трудоустройства, вопрос, конечно, на контроле. Почему? Потому что для чего получаем образование, если дальше не можем трудоустроиться? Поэтому однозначно мы на старших курсах уже даем студентам свободный график посещения, для того, чтобы они на старшем курсе имели возможность устроиться. На старших курсах и на младших, начиная с первого курса, есть разные виды практик. Когда студенты идут на рабочие места, на предприятия, в учреждения, чтобы попробовать свою будущую профессию. Если студент хорошо работает и проходит практику, как правило, его приглашают на это предприятие. После небольшой концертной программы гости праздника проследовали в творческие мастерские. Здесь ребятам на примерах показали и рассказали о преимуществах профессий. Особый интерес в этот раз у школьников вызвал факультет дизайна, но им еще предстоит определиться с выбором. Мне понравилось направление дизайна. Мне очень понравилось, как учитель объяснял нам делать фигуры из бумаги. Это было очень профессионально и это выглядит очень красиво. Также мне еще понравилось то, что связано с информатикой. Как бы я тоже очень люблю компьютеры и, можно сказать, я разрываюсь между выбором информатика и дизайн. Следующий день открытых дверей в этом вузе пройдет 24 марта. Но уже сейчас можно определиться со специальностью и направлениями образования. По всем интересующим вопросам можно обращаться в приемную комиссию по телефону 426-76 или обратиться по адресу город Анапа, улица Астраханская, 88.